Копия исторического памятника Менгелек Тас появилась в Астане. Научную реконструкцию, датированную 7 веком нашей эры, презентовали на торжественной церемонии во Дворце мира и согласия. Монумент нашли в монгольском Устюрте, прародине древних тюрков. Высоту артефакт достигает 2 метров. На нем сохранились знаки около 60 различных древнетюркских племен. На праздничную церемонию открытия памятника истории приехали гости из Азербайджана, Кыргызстана и Турции. Несмотря на скудную информацию о Менгелек Тас, ученым еще предстоит внести свой вклад в изучение памятника. Специалисты уверены, что он является символом единства, датированный временами тюркского каганата. Сейчас, когда весь мир переживает не самые спокойные времена, нам как никогда нужно единство. Не только внутри страны, но и по соседству. И новый исторический памятник Менгелек Тас – лишнее тому подтверждение. Это наследие наших прадедов, дошедшее до наших дней.